Сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили в подвале дома на улице Адрианова подозрительные химические вещества. Обесхозные коробки со стеклянными колбами, в которых, согласно маркировке, содержатся сильнодействующие ядовитые вещества, сотрудникам ФСБ сообщил житель города Иваново. По предварительному заключению экспертов главного управления МЧС, в колбах могут находиться синильная кислота, дифосген, иприт и другие химические растворы, большинство из которых используются в качестве боевых отравляющих веществ. Опасная находка передана на временное хранение в химико-радиометрическую лабораторию регионального МЧС. Впоследствии вещества будут направлены на экспертизу в Московский научно-исследовательский институт ФСБ России.